Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Мы сейчас начался месяц Кислев, месяц, в котором мы празднуем Хануку. И хотелось бы надеяться, что этот праздник будет ознаменован чем-то позитивным для всего народа Израиля, и что будет какой-то положительный прорыв во всех тех событиях, которые мы сейчас переживаем. Вот, и поэтому будет очень уместно как раз говорить о темах, непосредственно с Ханукой связанных. Вот мы сегодня читаем четвертую главу первой Маковейской книги, и прочитав ее, мы как бы сделаем некоторое, я надеюсь, что сегодня, если мы и не успеем это сделать целиком и полностью, то, по крайней мере, как бы продвинемся в этом направлении, в попытке понять, как зародилась традиция о знаменитом чуде с кувшинчиком масла, которое описывается в раввинистической литературе и о котором нет ни звука в первоисточниках, в маковейских книгах и вслед за тем у Иосифа Флавия. Вот, ну, приступим. Значит, четвертая глава первой Маковейской книги. Я надеюсь, что вы... так, секунду, я что-то не то открыл. Минутку. Один момент. Хочу проверить. Секунды. Да, вот. Теперь мы будем здесь. Да, значит, я надеюсь, что вы помните, на чем мы остановились. И перед вами сейчас вот начало четвертой главы. Значит, постепенно нарастают обороты войны между войском Иуды Маковея и греческими селевкидскими войсками, которые начинаются с какого-то сначала местного небольшого отряда, который сражается с Иудой, потом посылается большее войско. И вот сейчас как бы от имени заместителя царя Лисия, сам царь отправился в персидский поход, Лисий посылает большое войско, и Иуда, этим мы закончили предыдущий разговор, всячески подбадривает своих воинов в духе 20 главы книги Дворим. И вот что рассказывается о самих военных действиях. И взял Горгий, это и есть этот селевкидский полководец, и взял Горгий 5000 мужей и 1000 отборных всадников, и двинулось ополчение ночью, чтобы напасть на ополчение иудеев и поразить их внезапно. А жившие в крепости служили ему проводниками. Кто такие жившие в крепости? Надо полагать, что подразумевается Акра. И вполне возможно, что под жившими в крепости в данном случае подразумеваются эллинизированные евреи, с которыми Иуда воюет и конфликтует. И они в данном случае поддерживают селевкидскую власть и ее реформы. И понимая, что в случае победы Иуды им не уцелеть, они готовы, скажем так, поступиться своей национальной идентичностью и присоединиться к греческим войскам. И услышал Иуда, и выступил самые храбрые мужи, чтобы поразить войско царя, правильно должно быть Амаус, да, значит, место, которое находилось западу от Иерусалима. Вот Иуда таким образом решает нанести некий превентивный удар. Нечто подобное, что Израиль делал во время шестидневной войны. Так вот, он собирается поразить войско царя. Сам царь там не находится, но это как бы вот греческое войско. Доколе силы неприятельские были еще в отдаленности от стана.
Сам же Горгий, да, тут получилась такая история, значит, опять же, мы не можем проверить, насколько она действительно имела место. Да, мы можем либо доверять источнику, либо не доверять. Нет никаких признаков того, что эта история выдумана, да, в ней нет никакой специальной адженды, помимо описания самой победы. Иуда оказался более талантливым полководцем, чем Горгий. Он его обхитрил. Горгий приходит в стан Иуды ночью и никого там не находит. И ищет по горам, полагая, что иудеи бегут от нас. А Иуда в это время его обошел и пришел вот в это самое место Эммаус. С рассветом дня Иуда явился на равнине с 3000 мужей, но они не имели ни щитов, ни мечей, как того желали. Да, у них не было подходящего вооружения. Даже они увидели крепкое вооруженное ополчение язычников, окружающие его конницу, обученных для войны. Они, конечно, испугались. Иуда опять подбадривает своих воинов в духе библейских текстов. Иуда сказал бывшим с ним мужам: «Не бойтесь множества их и не страшитесь нападения их». Да, мы вот в прошлый раз уже обсуждали, да, вот этот такой вот постоянный мотив в библейских текстах: не силою, не количеством, а поддержкой Бога достигается победа. Вспомните, как спасены были отцы наши в Черном море, когда фараон преследовал их с войском. А это тоже такое постоянный, как бы сказать, постоянный ход в еврейской литературе, уже начиная с библейских текстов, а вслед за тем в еврейской литературе Второго храма, вспоминать примеры прошлого, опять же, исходя из идеи Маасе вот Симан Либаним. А мы повторяем то, что происходило тогда. Вот и как тогда молились, так и нам надо взмолиться Богу. И ныне, то есть, иными словами, Иуда тут играет роль Моше, по сути дела. И ныне возопьем на небо, к небу. Может быть, он умилосердится над нами, вспомянув завет с отцами нашими, и сокрушит ныне это ополчение пред лицом нашим. И все язычники познают, что есть избавляющий и спасающий Израиль. То есть, естественно, Бог. А, причем здесь текст греческий, конечно, но сами по себе эти эпитеты, которые как бы применяются к Богу, они явно намекают на те эпитеты, которые мы встречаем в Танахе по отношению к Богу. Гоэль Исраэль, Мушия Исраэль. Иноплеменники, подняв глаза свои, увидели, что идут против них, и вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудою затрубили. Да, трубление – это тоже такой, очевидно, Торой предписанный акт. Да, так написано в книге Бамидбар, книге чисел, 10 главе, что перед войной, когда на нас нападает враг, нужно трубить. Да, и это трубление – это как бы некоторый такой вот музыкальное обращение к Богу в надежде на то, что Он о нас вспомнит и нас не оставит. Да? Так это, собственно, и написано, значит, что вы затрубите в трубы, вы не скартем лифне дунайлу вы как бы будете вспомянуты перед Господом Богом вашим и спасены от ваших врагов. И сошлись, и разбиты были язычники, и побежали на равнину. Да, Иуда одерживает очередную победу. Надо сказать, что при всем том, что первая Маковейская книга прославляет Иуду, это делает и вторая Маковейская книга, она потом будет рассказывать о его поражениях тоже. То есть это не как бы, только панегирик Иуде. Придет время, когда будет рассказано о его поражении.
Все же остальные пали от меча и преследовали их до Гезера и до равнины Думея, Азота и Ямнии, и пали из них до 3000 мужей. Это места, которые были заселены тогда либо грекоязычным населением, город Гезер, который, в общем, был более-менее находился между прибрежной низменностью и как бы югом Иудеи, и до равнин Идумеи, там, где жили Идумеи, бывшие потомки народа Эдом, упомянутого в библейских текстах. Азот – это Ашдод, и Ямния – это греческое название Явны, который тоже был тогда населен грекоязычным населением. Туда они и бежали, и пали из них до 3000 мужей, и возвратился Иуда и войско его от преследования их, и сказал народу: не бросайтесь на добычу, ибо война еще предстоит нам. Да, рано радоваться, да, надо довести войну до конца. Да, Иуда понимал, что на полдороге останавливаться ни в коем случае нельзя, и это некий урок, который, я надеюсь, будет воспринят и сегодняшним руководством Израиля, и война будет доведена до конца. Горгий и войско его на горе близ нас. Станьте теперь против врагов наших и сражайтесь с ними, а после смело возьмете добычу. Когда еще говорил это Иуда, показалась некоторая толпа, выступавшая с горы, и увидел он, что их обратили в бегство, да, Горгий увидел, что их обратили в бегство, и жгут лагерь, ибо поднимающийся дым показывал, что произошло. Надо отметить, что при том, что это может быть, опять-таки, вполне реальная деталь, но у нее есть библейское основание. Может быть, кто-нибудь из вас помнит, что в книге Судей, в 20 главе, где рассказывается о войне между коленом Бениамина и остальными коленами Израиля из-за событий, произошедших в Гиве Бениаминовой, там рассказывается, помимо прочего, что противники Бениамина применили хитроумную тактику. Они отвлекли основные силы Бениамина на себя, а в это время другой отряд ворвался в Гиву и поджег город. И вот этот поднимающийся дым, столб дыма показывал, что война проиграна. И Бениамин потерпел поражение тогда. Тут описывается то же самое. И поэтому это приводит к тому, что враги, перепугавшись и видя войско Иуды готовое сражение, к сражению бегут в землю иноплеменников. Значит, что такое земля иноплеменников? Скорее всего, в прибрежную низменность, то есть так называемую в прошлом Филистию, землю филистимлян, то есть те части, которые полностью как бы находятся в распоряжении у власти. И далее, как тут сказано, тогда Иуда обратился на бычью стана, захватили много золота и серебра, гиацинтовых и багряных одежд, великое богатство, тот самый трофей, и, возвращаясь, воспевали и благословляли Господа Небесного, потому что Он благ и что вовек милость Его. Это просто прямая цитата из библейских текстов «Китов килиулам хаздо», да, которую мы находим как в псалмах, так в книге Деврея Мим. Да, то есть, опять же, автор Маковейской книги, первой Маковейской книги, он как бы создает эту скрытую, здесь можно сказать даже, в общем, явную аналогию между войском Израиля здесь и войском Израиля в библейских текстах. И говорит, что в тот день было великое спасение Израиля. Уцелевшие из иноплеменников пришли к Лисию и возвестили обо всем случившемся. Он, услышав, уныл и опечалился, что не то случилось с Израилем, чего он хотел, и не то вышло, что повелел ему царь. Да, это как бы тот человек, кого царь оставил вместо себя. И поэтому на следующий год
Лисий собрал 60 тысяч избранных мужей, то есть огромное войско идет уже против Иуды, и 5 тысяч всадников, чтобы победить их. И пришли они в Идумею, расположились станом, как тут написано, Вейцур, то есть это на самом деле Бейцур, да, Бейцур на иврите, такое довольно важное место, за которое оно находится примерно в 30 километрах к югу от Иерусалима, упоминается в Танахе. Это важная крепость. За нее боролись, согласно Танаху, цари Иудеи и Израиля еще в конце, в начале 9 века. Вот, во всяком случае, в истории Маковейской войны эта крепость играет большую роль, и она переходит из рук в руки, пока окончательно брат Иуды Симон не отвоевывает ее, и она не становится частью Иудеи. И вот Иуда встречает их, это огромное 60-тысячное войско и 5 тысяч всадников, он встречает их с 10 тысячами людей. И увидев сильное ополчение, он, конечно, испугался, но преодолел этот испуг и обратился к Богу, опять же. Благословен ты, спаситель Израиля, то есть тоже, опять-таки, как бы явные библейские выражения, сокрушивший нападение сильного рукою раба твоего Давида, снова воспоминания о прошлом, да, намек на битву Давида с Голиафом, и предавший полк и иноплеменников в руки Ионатана, сына Саулова и оруженосца его. А это, мы упоминали это место, поскольку в этом месте в книге Шмуэля, в 13 главе первой книги Шмуэля, как раз Йонатан, сын Шаула, говорит своему оруженосцу, что в 14, прошу прощения, главе, что как бы 14 или 13, сейчас, секунду, да, в 14, да, он говорит ему, что Бог спасает, опять-таки, и малочисленно, да, и вот здесь-то упоминается это место, Йонатан и оруженосец смогли захватить целый филистимлянский форпост, и вот этим как бы Иуда подбадривает себя и своих воинов: предай войско сие в руки народа твоего Израиля, и да будут они постыжены, пристыжены в силе и коннице их, наведи на них страх, сокруши дерзость силы их, да будут они потрясены поражением твоим, низложи их мечом любящих тебя, и да прославят тебя в песнях все знающие имя твое. Это, конечно, поэтический текст, и он должен был быть показан как поэтический, но здесь как бы такой вот перевод. Вообще это такой вот очень в духе, опять же, поэтических текстов Танаха. И сразились они, и пало из войска Лисия до 5000 мужей, пали перед ними. Лисий же, увидев бегство войска своего и храбрость воинов Иуды, и что они готовы или жить, или умереть отважно, отправился в Антиохию, набрал чужеземцев и, увеличив бывшее войско, думал снова идти в Иудею. Вот до сих пор была преамбула фактически к нашей основной теме сегодняшнего занятия. Мы дошли до некоторой первой точки экстремума в первой Маковейской книге. До знаменитой истории о очищении, освящении храма. Вот ее мы сейчас будем читать, и в связи с этим поговорим о том, какие она изменения претерпела в более поздних, в том числе, раввинистических источниках. Что же нам рассказывает первая Маковейская книга? «Иуда же и братья его сказали: вот враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». Значит, обновить святилище – это, видимо, перевод термина Лаханох, да, Ханукатабайт, вот, видимо, во всяком случае, вот этот глагол греческий энкайнидзо, который обычно в септуагинте служит для перевода слова ханах, да, это здесь имеется в виду, то есть святилище надо очистить и привести его в состояние функционирования. Именно это то, что происходит изначально, когда, например, Шломо открывает храм.
построенный. И собралось все ополчение и взошли на гору Цион. Да, мы должны понимать, естественно, что гора Цион – это не гора Цион сегодняшняя. Горой Цион называется здесь Храмовая гора. И увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли растения и хранилища разрушены. Да, то есть все находится в запустении, мы об этом читали, приводили параллельные тексты из книги Даниэля. И понятно, что реакция на это траурная. Разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем и сыпали пепел на свои головы. И падали лицом на землю, и трубили трубами, и вопили к небу. Конечно, как бы, эта реакция абсолютно естественная. Но в скобках, сейчас мы не будем этим заниматься, я отмечу, что раввинистическая традиция приводит не к версию не этой истории, а другой истории, но она как бы опять же типологически с ней связана. Мудрецы после разрушения второго храма приходят на храмовую гору и плачут, видя, как все осквернено, и бегают там лисы, в соответствии с написанным в книге Иха. Но один из них не плачет, а смеется. Это Раби Акива. Здесь такого нет. Раби Акива смеется, когда удивленные мудрецы спрашивают, почему, он объясняет им, что вот, я, опять же, я не буду вникать в подробности этой истории, она довольно витиеватая, но он говорит, есть два пророчества, одно из них говорит о опустошении, разрушении храма, а другое о возобновлении, и вот пока первое пророчество не исполнилось, я опасался, что не исполнится и второе. Но теперь, когда произошла беда, я точно знаю, что исполнится пророчество Захарии, он говорит, о спасении, да, о возобновлении храма. Вот, и как бы, на самом деле вот этот траур войска Иуды, он на самом деле только знак действия. Это не какой-то тотальный пессимизм. Это оплакивание того, что было, но при этом это знак к тому, чтобы возобновить и привести к спасению. То есть позиция здесь как раз активистская, и то, что сейчас как бы будет перед нами предстанет. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, то есть, опять же, в Акре, которая, мы говорили, нет точной индикации, где она находилась, но, видимо, рядом с городом Давида, напротив храма, доколе он очистит святилище. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Да, кто именно имеется в виду здесь, мы не знаем. Да, что значит беспорочные священники? Книга Левит Вайкра упоминает о том, что священники не должны, те, кто служат, иметь каких-то должны иметь какие бы то ни было дефекты. Вот. Но здесь, может быть, имеется в виду беспорочные в духовном смысле этого слова, то есть противоположность тем священникам, которые назначались греческой властью, подобных Ясону, а потом Менелаю, то те, которые опорочили себя. А это ревнители закона, те, которые противостоят эллинизации. И вот они очищают святилище, они вошли туда, очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место. Это имеется в виду, естественно, оскверненные камни жертвенника. Да, поскольку, значит, поскольку жертвенник был осквернен тем, что туда было поставлено
поставлен истукан, да, значит, там приносились жертвы другим богам, значит, этот жертвенник разбирается, и камни выносятся в нечистое место. Что такое нечистое место? Если исходить из того, что нам известно из Танаха, то, видимо, это рядом с потоком Кедрон. Да, в рассказе о реформе Йошияу, книги Млахим, говорится о том, что вот как бы вынесено было все аксессуары языческие были вынесены к потоку Кедрона и уничтожены там. Недалеко оттуда находится известное место Гейвен Хином. Вот это как бы некое нечистое место. Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним. Что дальше делать. Да, и пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношение, так как язычники осквернили его и разрушили, и поэтому они разрушили жертву. Да, то есть сначала выносили камни, общие камни святилища, которые, то есть на самом деле до конца непонятно, значит, какие камни, оскверненные камни имеются в виду в 43 стихе, значит, которые находились вокруг жертвенника. Непонятно. А потом сам жертвенник разбирается, и камни складываются на горе храма, в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них. Да, значит, это как бы тут выражается идея, которая нам хорошо известна из разных книг эпохи второго храма. Да, как бы те авторы, которые разделяли идею о том, что эпоха пророчества кончилась, таких авторов было немало. Значит, не все так думали, да, скажем, мы находим тексты, в которые считают, что пророчество продолжается. Вот, но как бы вот эта раввинистическая идея о том, что последние пророки – это Хагай, Захария и Малахи, это идея, известная нам из разных текстов. И при всем этом как бы исходное предположение, исходная установка такая, что пророчество возобновится. Оно возобновится обязательно, это произойдет в какой-то момент в будущем. Это упоминает и автор книги Даниэля, это вот упоминается здесь в первой Маковейской книге, во второй Маковейской книге, в других текстах. Значит, да, это немножко напоминает идею раввинистическую о том, что придет Ильяу пророк и разъяснит все кушиот, все как бы трудности талмудического дискурса, которые обсуждаются. А вот, но здесь как бы идея не разрешить трудности дискурса, а установить, как бы дать галахический псак. Это, в общем, связано одно с другим, но как бы это не какие-то конкретные рассуждения, а вот что делать со священными предметами, которые осквернены. Значит, поэтому надо ждать появления пророка. Более подробно это все будет описано во второй Маковейской книге. И они берут новые камни, целые, по закону. Да, что значит по закону? Это то, что сказано в книге Исхода, что камни должны быть неотесанными, на них нельзя поднимать меч и отесывать их каким-то таким железным орудием. Вот они берут камни целые по закону, строят новый жертвенник по-прежнему и устраивают святыни и внутренние части храма, освещают притворы, да, как бы храм приводится постепенно в тот вид, в котором он должен быть,
да, устроили новую священную утварь, внесли в храм менору, да, вот тут написано «священник», алтарь всесожжений, то есть мизбах анехошет, мизбах акторет фимиамов, трапезу. Трапеза – это, видимо, подразумевается стол, на котором кладутся приношения, положили там хлеба, развесили завесы, окончили все дела, которые предприняли. И вот это происходит в 25-й день 9-го месяца, месяц Кислев, 148-го года, да, 148-й, то есть 164-й год, в этот самый момент, значит, храм возобновляется. Это 25-й день, это число, которое соответствует тому, что было написано в первой главе о том, что когда Антиох ввел свои, значит, вот эти реформы, да, то, как там было сказано, в 25-й день месяца каждый месяц приносили жертвы на жертвеннике, на алтаре, который был на жертвеннике. Да, то есть точно так же, как вот 25-го числа приносились нечистые жертвы, вот 25-го числа же все очищается и возобновляется. Да, это как бы такой замкнутый круг, да, опять же, такое типологическое мышление. Все должно как бы носить вот такой вот символический характер. И принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений в то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами, то есть как бы, все это празднуется и поется. Сейчас, одну секунду. Дима, а что случилось 25 числа предыдущее? Почему ты говоришь 25 число? Потому что Логическое? вот так написано, значит, на самом деле там есть две даты. Одна дата – это 15-й день месяца Кислев, когда начались гонения. Тогда на жертвеннике ставится, как там сказано, мерзость запустения. Это в 168 году делается. А потом говорится, что в 25-й день каждого месяца, не только месяца Кислев, да, значит, когда отмечается день рождения царя, да, вот он праздновался, день рождения Антиоха, 25 числа каждого месяца. Да, мы празднуем день рождения один раз в год, а там каждый месяц одно и то же число. И вот в этот 25-й день месяца приносили жертвы языческие на алтаре. Теперь что делает здесь автор? Он как бы соединяет эти два числа. Да, он с одной стороны говорит, видимо, опять же, он основывается на некой традиции, что это все происходило действительно в 25-й день. Теперь он говорит, в то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвы. Да, то есть на самом деле, повторяю, две даты есть. 15-е число Кислева, когда жертвенник был впервые осквернен, и 25-е число каждого месяца, когда там приносили жертву. Он это соединяет. Теперь, более того,
По всей видимости, здесь есть дополнительная идея, которая, которая связана с книгой пророка Хагая. Пророк Хагай – это один из двух пророков, Хагай и Захария, которые были свидетелями, в общем, непосредственными даже, можно сказать, участниками событий, связанных со строительством второго храма. И в конце книги пророка Хагая, она очень маленькая, да, там заявлена такая вещь, что день основания храма приходился на 24 число 9 месяца. Да, там есть споры, о каком именно годе идет речь. Видимо, второй год по Хагаю, второй год правления Дария. Значит, это не совсем совпадает с тем, что говорится в книгах Эзры и Нехемии, поскольку там речь идет о том, что впервые, как бы первые работы, по крайней мере, по закладке жертвенника происходят задолго до этого, еще времена Кира. Но вот по Хагаю это происходит действительно 24 числа 9 месяца, то есть месяца Кислева по-нашему, видимо, во второй год правления Дария. И, видимо, в сознании автора Маковейской книги это некоторая символическая дата. Это некоторая символическая дата. Она тоже носит типологический характер, она должна повториться теперь. То, что это все-таки не 24, а 25 число, может быть, показывает на реальность этой даты. То есть он как бы маневрирует, да, между 15-м Кислева, 25-м Кислева и 24-м Кислева у Хагая. Потому что то, что делается здесь, это фактически в каком-то смысле повторение того, что описано у Хагая. Да? Там закладка храма. Здесь храм не отстраивается заново, но он очищается. Закладка символическая. Возобновление служения. Вот. Поэтому это, опять же, носит такой типологический характер. И весь народ, как тут сказано, падал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо благопоспешившему им, то есть, опять же, Богу, и так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося всесожжение и вознося жертву спасения и хвалы. Значит, видимо, то, что называется «зевах тода» на иврите. Теперь он не объясняет здесь, почему 8 дней это происходило. Но он этого здесь не объясняет. Мы увидим, что этому дается некое интересное объяснение во второй Маковейской книге. Здесь он просто фиксирует некий факт, что эти события происходили 8 дней. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилища, сделали для них двери, и была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников, и установил Иуда, и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время, каждый год, 8 дней, 20, на самом деле в этом переводе, допущена ошибка, должно быть 25-го дня месяца Кислева, а не 20-го. Вот, то есть в противоположность, опять-таки, вот тому, что каждый 25-й день каждого месяца приносились языческие жертвы, теперь тут каждый год 25-го дня месяца Кислева начинаются вот эти 8-дневные празднования освящения храма. Теперь вот здесь мы как бы остановимся на секунду и зададимся вопросом, да, вот что, собственно, перед нами. Перед нами некоторое действительно такое
основополагающее событие. Да? Это не просто одна из побед, которые Иуда одержал, это как бы то, что должно вселить в народ некое ощущение такой ультимативной победы. А, ну вот примерно то, что опять же ощущал, мы не присутствовали при этом, по крайней мере большинство из нас, я так думаю, но вот когда во время шестидневной войны израильские десантники ворвались на Храмовую гору, когда Рав Горан протрубил и когда было объявлено Гарабайт Биядейну, храмовая гора в наших руках, это вот и есть примерно то, что происходит здесь. То, что здесь описано в маковейских книгах, кстати говоря, не случайно, конечно, что именно вот фигуры Маковеев, Иуды Маковея становятся такими вот в израильском этосе, да, в современном израильском этосе знаковыми фигурами. Это фактически то, что здесь происходит. Как бы Бог даровал народу Израиля великую победу и храм очищен. При всем этом мы видим, что ни о каком чуде, связанном с кувшином масла, том самом чуде, о котором рассказывает Талмуд, нет здесь ни слова. Значит, я здесь перейду из этого файла в другой файл. И открою файл, который как бы представит перед нами разные источники, необходимые нам для дальнейшего обсуждения. Первый источник – это текст, который мы только что прочли. Да? Теперь второй источник – это мы отдельно будем читать вторую Маковейскую книгу. Но вторая Маковейская книга тоже рассказывает эту историю гораздо более кратко, чем первая. Но при этом она добавляет некоторую деталь, которая объясняет нам, почему праздновали Хануку 8 дней. И вот, что говорится, это 6 стих перед вами. «И провели они в веселье 8 дней по подобию праздника Кущи», то есть праздника Суккот, «вспоминая, как незадолго перед тем они проводили праздник Кущи, подобно зверям в горах и в пещерах. Поэтому они с жезлами, обвитыми плющом, и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни тому, который поспешил очистить место свое». То есть фактически здесь то, что мы сегодня называем арбаминим, ну, по крайней мере, часть из них, да, вот они используются здесь для празднования освящения храма, потому что вот это самый праздник Ханука воспринимается как некая компенсация или замещение праздника Суккот, который невозможно было отпраздновать как следует, потому что народ Израиля вынужден был прятаться из-за преследований царя, находиться в горах и в пещерах, подобно зверям. Мы знаем, что праздник Суккот вместе с праздником Шмини Ацерет образует восьмидневный цикл, который, к сожалению, в этом году окончился столь печально. Вот, не должен был этим закончиться. Потом, позднее, в Танахе этого нет, да, но как бы, в дальнейшем вот этот праздник Шмини Ацерет, который заканчивает восьмидневный цикл, он еще и отождествился с праздником Симхат Тора, когда заканчиваем чтение Торы, цикл чтения Торы. Во всяком случае, вот исходя из второй Маковейской книги, мы понимаем, что 8 дней – это в честь Суккота. Как Суккот 8 дней, так и Ханука, которую будет отныне праздноваться ежегодно 8 дней. Теперь следующий наш источник – это Флавий, который во многом основывается на Маковейских книгах, в первую очередь на первой Маковейской книге. Он рассказывает историю и дальше говорит, и вот на 25-й
пятое число месяца Кислева, именующегося у македонян Апилаем, иудеи зажгли свечи на светильнике, совершили воскурение на алтаре, возложили на стол хлебы предложения и принесли на новом жертвеннике жертву всесожжения. Все это случилось как раз в тот самый день, который 3 года тому назад, который 3 года тому назад священное место культа иудеев было осквернено и профанировано. Опустошенный Антиохом храм пребывал в таком запустении ровно 3 года. Вот в 167 году несчастье постигло храм, а в 164-м, да, значит, храм был возобновлен и очищен. А тут приводятся, опять же, македонские даты. Тут он упоминает еще пророчество Даниэля. А дальше он говорит следующее. Это такой тоже существенный момент для нас. Когда вот после того, что он описал вот это восьмидневное празднество, он еще тут добавляет, в общем, угощали народ всячески во время этого празднования. И с тех пор, он говорит, по настоящее время мы празднуем этот праздник под именем празднества света. Вероятно, потому что в этот день явилась нам против всякого ожидания, подобно свету, возможность вновь поклоняться предвечным. Это очень любопытное утверждение. Очевидно, Флавий знает то, что нам известно из раввинистической традиции, что праздник Хануки еще и называется Хаг Урим, праздник огней. Да, и вот он тоже говорит, праздник света. Как он это объясняет? Он ничего не рассказывает нам и ничего, видимо, не знает о традиции, связанной вот с этим самым кувшином масла. И поэтому он предполагает, наверное, потому, что вот свет имеет символическое значение. Свет – это близость к Богу. Да? Первое, что Бог сотворил при создании мира. И благословил, и вот мы снова поклоняемся предвечному. Интересно, что он именно это объяснение дает, а не то, скажем, что зажгли светильник, менору, да, появился этот свет. Видимо, он считает это слишком тривиальным объяснением, слишком прозаичным, нужно что-то более серьезное для того, чтобы дать объяснение этому названию. Вот, и во всяком случае, как бы подытоживая на этом этапе, мы можем сказать, что нет никакого разговора о чуде с кувшином масла. Отсюда мы переходим к раввинистическим источникам. Первый из этих источников – это так называемый свиток Таанит. Значит, свиток Таанит – это произведение, которое является своего рода таким компендиумом. Оно не единое. В нем есть фразы, написанные на арамейском языке. Вообще это свиток, который объясняет, в какие дни нельзя поститься и держать траву. То есть Магеллат Таанит в том смысле, когда не делают Таанит. Праздничные разные дни. В соответствии с еврейским календарем. Значит, вот эта арамейская часть, видимо, очень древняя. Некоторые считают, что она предшествует времени Мишны, потому что она написана на арамейском языке. Во времена Мишны было очередное возрождение иврита, инспирированное Раби Иудой Анаси и его помощниками, его учениками. Арамейский язык был тогда языком межнационального общения. Во всяком случае, вот эта наиболее древняя часть, выделенная здесь, написана на арамейском языке. А к ней добавляются схолии, то есть пояснения. Пояснения более подробные написаны на иврите. И они, видимо, более позднего происхождения. Уже
пост мишнаистского. И, а возможно, времен Мишны, трудно сказать однозначно, когда это было написано. Вот. Есть еще в конце Мегилат Таанит, так называемая Маамар Ахарон, самая поздняя часть этого текста, которая вообще, видимо, была уже в эпоху Гаона в Средневековье создана. Вот. Так вот, что говорится по поводу 25-го дня месяца Кислев, вот это Ханука, 8 дней, и дальше разъясняется, когда греки вошли в храм, они осквернили все масло, которое есть в храме. Когда же одержали победу Маковей, как говорится, Бейт Хашмонай, то есть Хасмоней, да, когда они одержали победу, то они проверили и не нашли ничего, кроме одного кувшинчика с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. И он был единственный такой горшочек, да, который не был осквернен. Все остальные были осквернены. И он мог гореть только один день. Но случилось чудо, и он прогорел 8 дней, пока готовили масло. Приготовляли достаточно масла для горения светильника. И поэтому в следующем году установили именно эти 8 дней. То есть здесь впервые утверждается идея, что 8 дней – это те дни, которые были необходимы для приготовления нового масла. И вот этот горшочек, этот кувшинчик дал какое время чудесным образом. 8 дней – это не случайное, конечно, число. Это как бы 8 дней милуим, да, в Торе – это то время, когда священники готовятся к исполнению службы в Скинии. Впрочем, да, и тут говорится, что, ну, странно говорят, вот Моше в пустыне только 7 дней как бы освещал скинию. Умпета хогель муэт лотец ушива шиват ямим. И приношение, тут упоминается еще приношение глав колен. И Шломо тоже, когда освещает храм, только 7 дней. И ханукат амизбеах ушиват ямим. И праздник 7 дней, значит, вот 7 дней, а не 8. Да, хотя, повторяю, как бы вот подготовка священников действительно это 8, в конечном счете 8 дней Ямей Милуим. И тогда говорит здесь дальше текст: Мара Ула Асот Ханука Зо Шмонаймин, казалось бы, уже после того, что нам объяснили, да, нам объяснили, почему, собственно говоря, Шмонаймин, вот эта история с горением масла, почему же вновь эта тема возникает? И текст нам объясняет. Текст нам объясняет и говорит, и очевидно, что это как бы дубль, да, это другая версия. Да, в дни царствования греков вошли Хасмонеи в храм, построили жертвенник, обмазали его известью, установили там все необходимые предметы для служения и занимались этим 8 дней. Да, значит, вот примерно то же самое, что говорится в первой Маковейской книге. Да? Они занимались как бы вот этой подготовкой 8 дней.
ומה ראו להדליק את הנרות, אלא בימי מלכות יוון שנכנסו בית חשמונאי להיכל שבעה שיפודים של ברזל בידם וחפפום בעץ והדליקו בהם את המנורה. Да, значит, дальше тут объясняется некоторая техника зажигания свечей, вот этого светильника, как это все делалось и готовилось. И в результате произнесли словословие с тем, чтобы показать, что всякое спасение, которое Бог дарует Израилю, обязательно сопровождается песнями, словословием, как сказано в книге Эзры. И вот тут как раз эти слова «китов килеулам хаздо». Да, то есть, если подытожить то, что здесь сказано, получается, что есть в этом достаточно древнем раввинистическом уже тексте две версии того, как, почему празднуют 8 дней Хануку. Согласно одной версии, это история вот с этим кувшинчиком масла. А согласно другой версии, это 8 дней, которые были потрачены на то, чтобы подготовить все аксессуары храма для служения. И ни слова, опять же, про этот кувшинчик с маслом. Теперь последний, то, что говорят, что 8 дней это 7 дней для того, чтобы очиститься от сумы, а потом 8 день для того, чтобы выжать масло, этого здесь тоже нет нигде. То что я не слышал, Боря, еще раз. Что 7 дней, что откуда 8 дней берется, нас учили из детства, что это 7 для того, чтобы очиститься от сумы, а сам отмет. Да. А восьмой день для того, чтобы приготовить уже выжать масло. Ну, этого здесь, конечно, не говорится, да, в такие подробности здесь никто не входит, да. Еще раз скажи громче только то, что ты говоришь, потому что и я плохо слышу, и я думаю, что я другие. Я говорю, что учили нас, что откуда 8 дней, потому что 7 для того, чтобы очиститься от нечистоты по мертвым, да. А 8 день для того, чтобы уже чистые люди могли выдавить чистое масло. Ну, этого объяснения, это объяснение еще более позднее, да, то есть оно как бы не приводится ни здесь, ни, как мы увидим, в Талмуде, да, то есть Талмуд говорит о том, что, не, как и Магилат Таанит, что не хватало масла. Надо было приготовить это масло. Вот это тот комментарий, который ты упоминаешь, он еще более поздний, да, что сначала надо 7 дней, чтобы очиститься, на 8 день приготовить масло. Здесь этого нет, да, вот талмудический текст перед вами. 25-го кислева, 8 дней Хануки празднуется, в которой нельзя поститься и нельзя держать траур, нельзя оплакивать. И это пересказывается, да, вот то, что в Магилат Таанит, когда греки вошли в храм, то все масло в храме было оскверненным, и когда все они осквернили, и когда хасмонеи победили, то они проверили, не нашли ничего, кроме вот этого одного кувшинчика с маслом запечатанного, он мог гореть только один день, но случилось чудо, от него как бы его масла хватило на 8 дней, пока, значит, как бы вот готовили это остальное масло. Вот такой дифференциации, о которой ты говоришь, здесь нет. Это как бы более поздний комментарий к этому. И на другой год установили этот праздник. Теперь мы видим, что в Талмуде, в трактате Шаббат, вообще практически, ну, на самом деле и в Мегилат Таанит, да, то есть упоминается вскользь победа хасмонеев, но она как бы уходит в тень. В основе всего оказывается вот это чудо
с кувшином масла. Теперь мы должны на самом деле задаться двумя вопросами. Один вопрос, почему, как бы переставлены акценты. Почему, значит, талмудическая традиция, раввинистическая традиция не склонна рассказывать о победе Иуды Маковея, он даже по имени здесь не упоминается, как, впрочем, нигде в Талмуде. И второй вопрос. А как зародилась вот эта традиция, связанная с кувшинчиком масла? И то, что мы успеем сделать сегодня, это как раз ответ на второй вопрос. А ответ на первый вопрос я, видимо, оставлю на следующий раз. Время нам не позволит сейчас. Я просто хочу, как бы, очевидно, что эта традиция, связанная с кувшинчиком масла, это переосмысление идеи чуда. Потому что чудо, которое описано в Маковейской книге, это военное чудо. Бог даровал спасение народу своему Израилю. Вполне, в общем, в духе того, что мы читаем в Танахе. Но в Танахе есть и другой род чудес. Да, чудеса, которые, как бы, являются выходом за пределы природы. Да, то, что так впоследствии не любил Рамбам. Да, чудеса, явные чудеса, значит, происходит что-то совершенно необычное, чего произойти не могло. И, видимо, для мудрецов очень важно подчеркнуть именно эту составляющую праздника. Значит, дело не в военной победе, а дело в том, что, значит, произошло чудо с кувшинчиком масла, так же точно, как Бог спасает малое число своего народа от многих врагов, так же точно одного кувшинчика масла может хватить на 8 дней, вопреки всем представлениям и законам. И это, собственно говоря, то, что в представлении мудрецов дает название празднику, праздник Хагурим, праздник огней. Вот это эти горящие свечи, то, что мы сегодня отмечаем, когда мы празднуем праздник Ханук. Теперь вопрос, который я сейчас задам, и которым мы, собственно, и завершим сегодняшнее занятие. Есть ли у этого какие-то источники? Да, потому что вот это возникает out of the blue в раввинистической традиции. На чем-то же она, видимо, основывается. И то, что я предлагаю вам сейчас, это посмотреть вот на этот известный библейский текст. Это история в книге царей про пророка Илишу, которому обращается одна из жен его учеников, да, Бней Ханавиим. Она говорит Илише: муж мой, твой раб, умер, а ты ведь знаешь, что твой раб был богобоязненным человеком, а вот теперь пришел кредитор, взаимодавец, и собирается за долги взять двух моих сыновей в рабство. И говорит Илиша: ну что я тебе сделаю? Как я тебе помогу? Скажи мне, что у тебя есть в доме? Да, может быть, что-то можно там продать. А она ему говорит: у меня ничего в доме нет, кроме одного кувшинчика с маслом. Здесь используется не раввинистический термин «ад», а другое слово «асух». Видимо, связанное с корнем «насах» или «сух» – «умощать, поливать». И сказал мне ей: пойди и возьми снаружи сосуды у своих соседей. Пустые сосуды, как можно больше. Приди, закрой за собой дверь и за своими сыновьями и наливай масло в эти сосуды и выноси полные. И пошла она и сделала то, что он ей сказал, закрыла дверь за собой и за своими сыновьями. Они подносили ей, а она наливала.
И когда наполнились все сосуды, она сказала своему одному из своих сыновей: «Принеси мне еще один сосуд». И он сказал ей: «Больше нет». И в этот же момент масло закончилось. Ваямода Шана. И она пошла, сказала человеку Божьему, то есть Илише, и он сказал ей: «А теперь пойди и продай это масло и заплати своим кредиторам долги. И у вас еще останется на жизнь тебе и твоим сыновьям». Вот такая история, очень короткая. История о чуде с кувшиночком масла. Это, конечно, история совершенно другого рода. Здесь нет войн, нет храма, нет осквернения и очищения. Есть только одно. Есть кувшинчик с маслом, которого хватает не на горение миноры, а хватает на то, чтобы наполнить, вопреки всяким законам, много сосудов. Я с большой осторожностью хочу высказать предположение, что это и есть источник, или первоисточник истории с чудом кувшинчика с маслом, который горел в Хануку, так как это представляет раввинистическая традиция. Напомню вам снова, что мышление типологическое, и что все должно на самом деле повторяться. И то, что произошло с пророком Илишей, может произойти, естественно, с учетом определенных изменений, в более позднюю эпоху, во время гонения Антиоха Епифана. Да, как бы вот этот мотив кувшинчика с маслом, которого хватает вопреки всем законам на то, чтобы, да, вот этот мотив здесь и повторяется. По крайней мере, мне представляется более чем вероятным, что рассказ у пророка Илиши и был положен в основу того, что рассказывают здесь мудрецы. Если кто-то спросит у меня, как оно было на самом деле, то я говорю сразу: я не знаю. Да? Значит, это, по крайней мере, единственный источник традиции о кувшинчике с маслом, который мы можем найти. Никакого другого нет. Значит, я здесь поставлю точку. Я только еще раз скажу, что мы должны будем в начале следующего занятия объяснить, почему для мудрецов это было так важно, почему они переставили акценты, почему были отодвинуты в тень Маковеи с их победой, что за всем этим стоит, политика, религия, что-то еще. Значит, это тот вопрос, на который мы уже дадим ответ в следующий раз, продолжить чтение первой маковейской книги. Но завершая наш разговор, я просто хочу опять же выразить желание, чтобы каким бы ни было чудо военной победы и военного спасения, чудо с горением кувшинчика масла, но хочется действительно надеяться, что Хануку, которую мы будем праздновать уже через несколько недель, мы сможем сказать, что чудо продолжается, что будут освобождены наши заложники, что мы одержим победу над злом, которое приобрело столь ужасные очертания, гораздо более ужасные, чем те, что могли представить себе наши предки, рассказывая о гонениях Антиоха Епифана. Будем же молиться и надеяться на лучшее. Здесь я как бы завершаю свой рассказ, и вопросы, замечания, пожалуйста. Пожалуйста, если есть вопросы, замечания, их самое время задать сейчас. Меня слышно? Да. У меня как бы такое замечание, а как бы вопрос в каком-то смысле. То есть можно ли считать, что если два события, они как бы похожи, что одно является причиной другого? То есть что здесь есть какое-то... Не может ли быть того, что есть просто парадигма какая-то, которая в каких-то сказках в народе ходила такая идея, что вот
может быть такое, значит, что масло льется и не кончается, да, и оно использовано и там, и там. То есть автор это чисто как бы является народа, а его используют, может быть, оно еще где-то встречается, такая вещь, вот, в каких-то сказках или где-то на Ближнем Востоке, вы не знаете? Смотрите, в еврейских источниках этого больше нет. Я не знаю, есть ли вот буквально такого рода история в каких-то других текстах. Это любопытно проверить, действительно. Вот, одно другого не отменяет. Это действительно некоторое парадигматическое мышление. Это действительно типический мотив. Но я думаю, что, естественно, мудрецы очень хорошо знали историю с пророком Илишей и могли по каким-то своим причинам, да, пока что, опять же, я оставляю обсуждение этих причин на следующий раз, как бы вот поставить во главу угла именно это, да, что-то произошло совершенно из ряда вон выходящее во время очищения храма, да, произошло некое чудо, да, которое не может быть как бы лишь чудом победы. Это должно быть нечто большее с их точки зрения. Вот. Но это, да, конечно, парадигматическое мышление. Еще, пожалуйста, вопросы, замечания. Есть ли еще вопросы у кого-то? Похоже, нет, народ думает. Ну, хорошо. Значит, окей. Тогда мы, опять же, поставим точку. Значит, мы помним, что у нас остался один невыясненный вопрос в отношении мудрецов и хасманеев, который мы обсудим в начале следующего занятия, и вслед за тем продолжим читать Маковейскую книгу. Всем самого доброго и... Окей, счастливо, суротуот, суротуот, суротуот. Пока, спасибо.